Мы расскажем о человеке, который вольным ветром проносится на BMW K1200 LT по всему миру. Невероятное множество стран объехал он, пересек почти все меридианы, широты и часовые пояса. И все же не хочет останавливаться на достигнутом. Это казахстанский байкер Дмитрий Петрухин. В марте 2003 года, за год до начала своей первой кругосветки, он объединил стихийные, неорганизованные стайки мотоциклистов Алматы и окрестностей в сплоченное единое байкерское движение качественно нового типа. Общественное объединение «Байк-клуб Казахстан», которое принимает активное участие в общественно-политической жизни страны. Является идейным вдохновителем и организатором международного фестиваля байкеров, проводимого на Балхаше с 2007 года. Первый международный фестиваль байкеров Казахстана 2007 объявить открытым! Он человек неуемной энергии, генератор интересных идей. Дорогие друзья, мы хотим передать флаг фестиваля, первого международного фестиваля, вашему акиму Кажимурату Токушеву. Этот флаг, я думаю, ему найдется место в музее. На этом флаге расписались все байкеры, все руководители байк-клубов со всего мира, кто здесь присутствует. Совместно с ассоциацией каскадеров устраивает зрелищные шоу во время всех праздников. Браво, Саша! 9 мая он традиционно поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. И встречи эти проходят сердечно и тепло. А какую неописуемую радость испытывают воспитанники детских домов, когда к ним приезжает армада байкеров во главе с Дмитрием Петрухиным. И мы приехали сюда, чтобы пообщаться с детьми. Экстремал по жизни, он испытал все острые ощущения, разве что не плавал среди акул. Ведь в нем еще слишком много юношеского задора и максимализма. И где бы ни был Петрухин, он не остается безучастным наблюдателем. Если кому-то требуется помощь, он всегда придет на выручку. И в любой, даже самой критической ситуации, сохраняет присутствие духа, оптимизм, чувство юмора. О нем знает уже весь байкерский мир. Родился Петрухин в Красноярском крае, неподалеку от того места, где свыше 100 лет назад вонзился в земную твердь и взорвался Тунгусский метеорит. Вероятно, те аномалии, катаклизмы, происходившие там, неким образом сказались на нем. Да и сам Всевышний, видимо, дал ему возможность успешно объехать весь мир. Еще в школьные годы Дмитрий зачитывался приключенческими и фантастическими романами. Подростком увлекся рассказами Джека Лондона и жаждал вырваться из таежной глуши, окружавшей его с детских лет, чтобы увидеть простор за высокой стеной могучих деревьев. После службы в армии женился на девушке из Караганды, Наталья, и переехал в шахтерскую столицу Казахстана. И здесь, видимо, сказалась тяга к перемене мест. 11 лет проработав на шахте, в середине 90-х годов прошлого века, Дмитрий переехал в Алматы и занялся, как и многие в те годы, предпринимательской деятельностью. На отложенные от прибыли деньги приобрел весьма крутой в то время мотоцикл. Детская мечта объехать земной шар обретала уже реальные черты. Так что же такое одиночное кругосветное путешествие в 21 веке? На байке. Теоретически его можно совершить, однократно обогнув земную ось через все меридианы и завершив его в исходной точке. А практически достаточно проехать 37 тысяч километров. Кому-то это покажется легкой беззаботной прогулкой. Сел на мотоцикл и кати в свое удовольствие хоть на край света.
А что же на самом деле? Если в цивилизованных странах, как и в европейских, так и в Америке, Японии, Корее и Австралии, походные условия для Петрухина крайняя редкость, почти на каждом шагу мотель, то во Вьетнаме, Лаосе, Камбодже, Филиппинах, Бирме и Непале он чаще довольствовался ночлегом в палатке, хижине или вовсе под открытым небом. Он замерзает от холода, изнывает от невыносимого зноя, задыхается от духоты. На сегодня Петрухин перекрыл зачетный для кругосветки показатель более чем в 5 раз, преодолев на своем стальном аргамаке 200 тысяч километров. Рекордный результат не только для байкеров, но и для автомобилистов, ориентиром для которых до последнего времени оставалась кругосветка Владимира Лысенко протяженностью 160 тысяч километров через 62 страны мира. Для сравнения, расстояние от Земли до Луны составляет 380 тысяч километров. БМВ Петрухина надежен, однако и он не избежал поломок и аварий. Не раз отчаяние охватывало байкера, когда его мотоцикл срочно нуждался в ремонте, да еще за тысячи верст от ближайшего сервисного центра. Пути перед ним часто воздвигала преграды и сама стихия. В Индонезии он дважды испытал мощные подземные толчки. Укрывался под брюхом своего БМВ от песчаных бурь в Сахаре. Оказывался в зоне действия урагана Катрина в США. Выбирался на своем тяжелом полутонном БМВ из зыбучих песков. Застревал на вязком и рыхлом грунте джунглей во время тропических ливней. Чудом спасся, когда в Индийском океане их катер накрыла штормовая волна. По недоразумению целый месяц отсидел в тунисской тюрьме, откуда его вытащили российские дипломаты. Форсировал улицы индийского города Амритсар, затопленного муссонными дождями. Самоотверженно тушил пожар в джунглях Бирмы и собирал рис в Лаосе. На протяжении всего пути из Мьянмы в Таиланд его преследовал тропический ливень. И все же радостных, приятных мгновений было много, ведь Петрухин, всякий раз отправляясь на очередной этап своих кругосветок, открывал для себя реальный мир. Новый, колоритный, насыщенный живым ритмом жизни. Открывая для себя новые горизонты, байкер-кругосветник демонстрировал этому новому миру и себя самого, свой имидж, свою страну. Первый этап первой кругосветки прошел относительно без проблем, потому что путь лежал от Алматы через Россию, Польшу и всю Западную Европу. Но второй и третий этапы перед ним стала поистине титаническая задача. Надо было скроить маршрут так, чтобы визы в намеченные страны были готовы заранее. Да и таможенные службы не везде отличались покладистостью и пониманием. Оттого-то так мало путешественников встречал на своем пути Петрухин. Наш герой и не помышлял о том, чтобы промчаться, как Эван Макгрегор в тандеме с другом детства на мотоцикле вокруг света за 19 недель. У звезды Голливуда было заметное преимущество и в другом плане. Согласитесь, ехать в тандеме вокруг света вдвойне веселее, чем в одиночку. Они проехали много стран и писали книгу. Но это же состоятельный, богатый, значит, голливудский актер. Для Эвана те 32 тысячи километров стали максимальным достижением. Дмитрий же объехал 8 раз большее их количество. Для Петрухина и 52 стран, пройденных в первой кругосветке, оказалось мало. Петрухину первым из байкеров планеты удалось попасть даже в непроходимые для байкеров страны, такие как Ливия и Китай. Конечно же, здесь знаменитого байкера поддержали казахстанские дипломаты. Не случайно заезд в Поднебесную Петрухин считает самым знаменательным из всех приключений, выпавших на его долю в кругосветках. Целых 5 лет он добивался этого. 35 километров, 645 метров длина этого моста. Я по таким мостам еще так далеко и не ездил. Долгожданную победу байкер смаковал невиданным доселе заездом на Великую Китайскую стену и долгой-долгой поездкой через весь восточный и северо-восточный Китай, от Гуанчжоу через Пекин, Харбин до самого Владивостока. Не всякому путешественнику дано привлечь к себе внимание широкой общественности, но еще труднее стать своим в доску, непринужденно пообщавшись с совершенно незнакомыми людьми, с иным менталитетом, обычаями, нравами, культурой. Открытость, незашоренность, чуткость, отзывчивость, умение преподнести себя перед простыми жителями городов и весей и
перед высокопоставленными чиновниками доброжелательность, обаяние, внешняя привлекательность, честность и смелость всегда импонируют людям, независимо от их национальной принадлежности. И Петрухин уже в первой кругосветке доказал, что в полной мере обладает именно этими качествами. Я стартовал в 2004 году. Наверное, все-таки основной старт и этому моему мотопробегу многолетнему дал, наверное, мой друг Валихан Кашумбаев. Это тоже байкер. В первой кругосветке Петрухин ставил своей целью в одиночку проехать через территории максимально большего количества стран. Но все же более знаменательной и выдающейся стала вторая кругосветка. И не только из-за большой протяженности маршрута, но и из-за качественно нового ее статуса. Перед ним была поставлена сверхсерьезная задача – выступить в роли глашатая Азиады, успешно прошедшей в феврале 2011 года в Астане и Алматы. По мнению Петрухина, все проблемы в этой жизни решаемы. Главное, чтобы была мечта и четко поставленная цель – эту самую мечту воплотить в жизнь. За время мегамарафона протяженностью 130 тысяч километров он встретился с министрами спорта 43 из 45 азиатских стран, входящих в Олимпийский совет Азии. Таким образом, байкер-кругосветник стал дипломатическим миссионером. Одно уже это достойно того, чтобы быть занесенным в книгу рекордов Гиннесса. Байкер в силу своей неуспокоенности жаждет побывать еще в непройденных им странах. Частенько его спрашивают, думает ли он наконец-то завершить многолетнее странствие. Спасибо за подарки. Меня знаете, что больше всего удивило? Это то, что человек, рискуя всем, приехал из Алматы в Индонезию. Наверное, впервые такое происходит у нас. Но разве можно останавливаться на полпути? Ведь для него все еще огромным белым пятном остается Южная Америка. Мы, казахстанцы, диктуем кругосветную культуру байкерскую в мире. 80 стран. Это немало, поверьте мне. Это еще не финиш, потому что через месяц мой маршрут проляжет уже через Южную Америку, из Бразилии, из Парагвая, Уругвай. Я не хочу перечислять те 20 стран Южной и Северной Америки, но финиш из Южной Америки будет на самом севере Северной Америки, на Аляске. И маршрут, проект я посвящаю своему сыну. Денису. Что ж, пожелаем же ему счастливого пути и попутного ветра. I am your holy virgin,